Всем привет! С вами канал Дневник системного администратора. Сегодня я хочу вам рассказать, как в Windows 10 прописать новый DNS 4 единицы. Дело в том, что все знают службу Google DNS. Это 8.8.8 и 8.8.4.4. Но теперь есть новый провайдер, который называется Cloudflare. Я уже про него недавно показывал и рассказывал в одном видео, который запускает новую и быструю службу DNS 4 единицы. Эта новая служба не будет хранить DNS-запросы больше 24 часов. Тем самым она, получается, заботится о вашей конфиденциальности в сети. Конечно же, о DNS вы можете прочитать даже, в принципе, на самой Википедии. Там есть разные результаты, есть сайты, которые независимые, которые проверяют скорость данной загрузки, но я сегодня просто хотел вам показать, как настроить данную службу. Итак, что нам нужно сделать, это, конечно же, переходим. Можно, в принципе, открыть панель управления, или же можно открыть меню пуск. Выбираем параметры, переходим в сеть интернет, выбираем Ethernet подключение, выбираем настройки параметров адаптера. Естественно, у нас есть подключение по локальной сети, выбираем свойства. Переходим в версию протокола 4, открываем свойства, и как видим, здесь у нас IP-адрес стоит автоматически, но DNS-сервера у нас прописаны здесь у меня от Google. И как же изменить их на 4 единицы от Cloudflare? Стираем все эти данные, и здесь мы указываем 1.1, здесь 1 указываем, и здесь тоже 1, 4 единицы. Альтернативный DNS будет 1, 0, 0 и 1. После этого нажимаем кнопочку ОК, закрываем. И в принципе у нас все это дело уже работает. Давайте проверим, работает ли у нас интернет. Как видим, открывается. Давайте, например, откроем поисковую систему Google, напишем что-нибудь. Нажимаем раз. И, в принципе, у нас все заработало, все загрузилось. Получается, у нас DNS этот уже работает. Вот такое вот маленькое коротенькое видео. Если вам понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал. Ну и, естественно, комментарий от вас и поделиться с друзьями. Всего хорошего. До свидания. С вами канал Дневник системного администратора.